4 декабря 2023 года в Пензе состоялось открытие 11-х региональных рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего. Образ будущего». Открылся форум торжественным молебном в Спасском кафедральном соборе города Пензы, который совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Церковь стремится в этот период принести просвещение и новые какие-то знания и умения своя всем тем, кто находится рядом. Больше людей узнает о Христе, узнает о Святой Православной Церкви. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Васильевич Ягов, представители духовенства и общественности региона, ректоры вузов, преподаватели и студенты. Рождественские чтения – это духовное воспитание, в том числе и молодежи. Ежегодно наш вуз участвует в рождественских чтениях, в том числе мы являемся одной из базок, на которой проходит секция. В рамках 11-х региональных рождественских образовательных чтений состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Царская семья. Любовь и милосердие», посвященного участию семьи последнего российского императора Николая II в делах благотворительности и служении ближнему. Проект был создан в 2016 году Сретенским монастырем города Москвы. Главное направление этого проекта – это воспитание любви, милосердия, простого отношения к своему служению и ответственного любовь к ближнему. Автор проекта – иеромонах Игнатий Шестаков, провел публичные лекции о царской семье в двух вузах Пензы – Пензенском государственном университете и Пензенском артиллерийском инженерном институте. Очень символично, что буквально позавчера в Москве эта выставка закрылась, а здесь у вас уже через день открылась. Она посвящена тому, как в первую очередь во время Первой мировой войны все члены царской семьи, ну, в первую очередь царица и великие княжны, работали как сестры милосердия в госпиталях, помогали нашим раненым, участвовали в операциях и выполняли, ну, скажем так, самую грязную и тяжелую работу. И постоянно вот свое время, свои силы посвящали тому, чтобы служить своим подданным. Фотографии царской семьи разместились не только на площадках вузов, но и под открытым небом на аллее у Спасского кафедрального собора. Я хочу отметить, что на прошлой неделе состоялся Всемирный русский народный собор. И, конечно, хочу отметить, что пленарное заседание всецело было посвящено семье, традиционным ценностям. И не случайно президентом 2024 год объявлен годом семьи. И обратите внимание на название выставки «Царская семья. Любовь и милосердие». Именно семья Николая II, последнего императора, как никакая другая, достойна быть самым ярким примером любви, преданности и огромного воспитания. Что интересно, этот очень актуальный на сегодняшний день проект появился на свет именно благодаря неподдельному интересу к царской семье у молодого поколения. Поразительно. Я, например, сам в это не верил несколько лет назад. Но как раз наша молодежь и даже дети, вот, и тинейджеры, так сказать, и молодые люди, студенты, они вообще очень открыты для этой темы. Они как-то сердцем чувствуют особую красоту этого образа, и у них незамутненное такое сознание, знаете, оно незамутненное какой-то критикой. И мне кажется, это свидетельствует о том, что это не какая-то такая архаичная тема. На самом деле она очень современная, и мне кажется, церкви как раз это надо брать на вооружение, что царскую семью, образ, их биографию, просто их жизнь, их деяния нужно вернуть в общественную жизнь современную как пример. То есть не просто вот пример святости, иконы, фрески, и мы им молимся. Это, конечно, очень важно.
Но главное еще просто раскрыть эти личности, и все то, что хорошее было ими сделано, мы должны это все экспонировать и показать. А уже наша молодежь, она сама сделает этот правильный выбор. Торжественное открытие выставочного проекта состоялось в музее одной картины имени Мясникова, где свою работу, посвященную визиту в Пензу Николая II, представил пензенский художник Денис Санталов. В память о посещении Пензы императором Николаем II на одной из колонн Спасского собора в начале 20 века была установлена мемориальная доска, которую считали утраченной после уничтожения первохрама в 1934 году. Однако в конце 20 века этот артефакт нашел известный пензенский коллекционер Игорь Сергеевич Шишкин, который передал мемориальную доску Пензенской епархии. В дальнейшем ее планируется, как и прежде, разместить в Спасском соборе рядом с новой иконой Николая II, для которой сейчас изготавливается киот. В течение недели в рамках регионального этапа рождественских чтений прошли 16 различных мероприятий. Была проведена работа 14 секций. Секция «Современная практика социального служения в Пензенской епархии» прошла в конференц-зале Успенского собора. В ней приняли участие социальные работники храмов и сестры милосердия Свято-Елисаветинского духовно-попечительского центра милосердия. Руководитель епархиального отдела социального служения и милосердия протоиерей Владимир Катане выступил с докладом «Благотворительность и милость как важнейшие аспекты христианского благочестия в Ветхом и Новом Завете и в традиции святых Древней Руси. Сейчас более основным проектом, дальнейшем как-то он также остановится, то есть является служение тем малообеспеченных людей. Конечно, здесь входят и беженцы. Конечно, беженцы, вот они живут у нас уже почти два года будет. Но они до сих пор тоже есть люди, которые нуждаются. То есть необходимость им в поддержке, в медикаментах, в одежде, они тоже есть. Да, и опять малоимущим продуктами, как бы оказываем помощь по районам, по нашей епархии и одеждой. Тема служения ближнему стала центральной и в рамках семинара руководителя добровольческого движения «Даниловцы», председателя Совета Союза волонтерских организаций и движений Юрия Белановского. Организатором выступил отдел по делам молодежи Пензенской епархии. Мероприятие было приурочено к Международному дню добровольца, ежегодно отмечаемому 5 декабря. Наша благотворительная организация специализируется на помощи тем людям, кто проживает или лечится в стационарных учреждениях. Это может быть социальные учреждения, детские, взрослые или медицинские, то есть больницы. И я и приехал поделиться опытом организации волонтерской помощи вот таким вот людям, потому что любой человек, кому довелось, никому не пожелаем, конечно, но побывать в больнице, да, понимает, что это место, где немножко одиноко, где как-то грустно, где участие другого человека, неравнодушного к тебе, всегда будет хорошо. На историко-филологическом факультете Пензенского государственного университета состоялось заседание секции «Православие и художественная литература» под председательством кандидата филологических наук Ольги Христолюбовой и преподавателя Пензенской духовной семинарии священника Павла Мельникова. А на базе Аграрного университета была проведена секция «Проблемы современности и русская православная церковь». В Пензенской духовной семинарии в очно-дистанционном формате прошла работа секции по миссионерскому служению, а в художественном училище имени Савицкого для семинаристов провели экскурсию и увлекательный мастер-класс по реставрации иконы. Это интересно не только для ребят из семинария, это интересно еще и для Пензенского художественного училища, потому что у нас есть отделение реставрации, там обучаются ребята восстановлению масляной и темперной живописи, то есть это картины, иконы. Вот, поэтому очень интересная взаимосвязь. Плюс это, конечно, духовно-нравственное воспитание. Очень важно, чтобы ребята знали не только историю, но были еще и нравственно добрыми людьми, и хорошо воспитанные, знали историю живописи, историю иконы, какие есть праздники, потому что не могут ребята на реставрации быть просто исполнителями. Они должны сталкиваться и с духовно-нравственными какими-то ценностями. Подробнее о масляной и темперной живописи семинаристам рассказали в ходе мастер-класса, который провела преподаватель училища, член Союза реставраторов России Елена Кислицына. Встреча завершилась планированием дальнейшего сотрудничества между художественным училищем и Пензенской духовной семинарией. О профилактике девиантного поведения ребенка средствами традиционной игровой культуры говорили собравшиеся в православном клубе раннего развития «Колокольчик», который действует при храме Адрианы и Натальи. Колпачок, колпачок, тоненький,
красные сапожки, мы тебя кормили, мы тебя растили, мы тебя поили. Ты к ней ее поднимай. На ноги поставили, танцевать заставили. На базе нашего клуба прошла одна из секций, ведущей которой стал приглашенный гость из Москвы, кандидат педагогических наук Теплова Анна Борисовна. Это человек, который посвятил всю свою жизнь, научную работу именно традиционным играм. У нее очень много интересных разработок по поводу материнства и именно важность наших национальных, культурных, русских игр, которые, к сожалению, современные мамы, будем так говорить, будущие мамы, они просто до них не доходят. И так как тема рождественских чтений – это как раз потеря будущего, прошлого и приобретение образа будущего, на наш взгляд показалось, что это вот как раз тот специалист, который, как никто другой, сможет эту тему озвучить. В субботу в городской библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в рамках чтений состоялась интересная встреча с Константином Мацаном, журналистом, музыкантом, писателем, автором и ведущим программ телеканала «Спас», «Радио Вера» и журнала «Фома». Темой встречи стало христианство в эпоху цифровых технологий. У меня телевизора дома нет, но, как сказал один современный тоже наш современник, если ты гордишься тем, что у тебя нет дома телевизора, но при этом сидишь в телефоне, это то же самое, что гордиться тем, что ты не употребляешь наркотики, но спиваешься. В беседе с представителями молодежи, педагогами воскресных школ города и будущими журналистами, студентами ПГУ, спикер рассказал о своей профессиональной деятельности, современной православной журналистике, ее задачах, сложностях и вызовах. Вот в Фоме в свое время сформулировали такой принцип, что вот мы там в православных СМИ, конечно же, не те, кто человека ко Христу ведет, потому что только сам Христос человека касается и к себе призывает. И мы даже не те, кто по этой дороге с ним вместе к храму идет с человеком. Мы те, кто эту дорогу ремонтирует, чтобы она просто была, чтобы по ней просто можно было идти к храму. Кроме того, в рамках регионального этапа рождественских чтений состоялась работа секций «Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи», «Миссия церкви в местах лишения свободы», «Церковь и казачество» и другие. Перед началом пленарного заседания и подведения итогов недельной работы в холле Духовно-просветительского центра «Спас» были награждены призеры творческого конкурса «Красота Божьего мира» и тематического конкурса поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории Пензенского края, сохраняя духовное наследие». Эти работы, они действительно достойны похвалы, особенно те из вас, которые заняли призовые места. Поэтому я от всего сердца вас поздравляю и буду рад вручить вам заслуженную награду. Гостина Мария. Открывая официальную часть, владыка сердечно поблагодарил руководителей епархиальных отделов и структур и всех организаторов чтений. Рождественские чтения – это всегда очень большая, кропотливая работа. Она прежде всего состоит в том, чтобы привлечь внимание многих людей на те вопросы, которые сегодня и церковь, и, можно сказать, современность перед нами ставит. Вот эти рождественские чтения, они посвящены российской культуре. Это действительно очень тема непростая, и вряд ли какие-либо региональные чтения могут дать ответ на все вопросы. Но, наверное, мы не ставили перед собой такой задачи. Самая главная задача состоит в том, чтобы люди задумались о том, о тех вопросах, которые перед нами стоят сегодня и перед которыми нас ставит современность. Мы, как часто сейчас принято говорить, живем с вами в довольно-таки непростое время. И это время как раз обязывает нас задуматься над тем, кто мы, как мы живем, а самое главное, что будет после нас. И, наверное, Господь намеренно наставит в
такие обстоятельства, чтобы мы над этим задумались. Потому что когда мы живем относительно благополучно, когда у нас, если можно так сказать, все хорошо, мы, к сожалению, очень редко думаем над такими серьезными вопросами. Нам кажется, что все замечательно, успешно, и все так и должно двигаться. Но вот когда начинаются такие нестандартные для нас моменты, когда жизнь нас ставит в эти моменты, мы понимаем, что далеко не все так, как мы себе рисовали. И, конечно, в отношении культуры, традиции, или, как в последнее время модно говорить, некого генетического кода российского человека, в чем он состоит и как возможно его сохранить, это, наверное, сейчас самые большие вопросы, которые современность перед нами ставит. Мы это особенно ощутили, когда фактически весь, так сказать, в кавычках, просвещенный мир встал в жесткую оппозицию русскому миру. И сейчас действительно нам нужно задуматься, все ли мы правильно усвоили в тех уроках 20-го столетия тяжелого, которые пережили. Все ли мы правильно делаем в настоящем, вот за эти 30 лет относительной такой вот российской свободы. Свободы слова, свободы мнения, в том числе и свободы в культуре. Все ли то, что делается, оно действительно полезно для русского человека, полезно для россиянина? И тем ли путем мы идем? Поблагодарив всех гостей, которые в рамках чтения поделились своим опытом, его высокопреосвященство предоставил слово для приветствия министру культуры и туризма Пензенской области Сергею Бычкову. Российская культура является частью международной культуры. Тем не менее, она имеет в своей основе и имеет глубокие корни в христианстве и православии. Я очень рад, что в своей работе в деле сохранения культурного наследия и реализации государственной политики в сфере сохранения культуры мы идем рука об руку с Пензенской епархией. Я очень рад, что у нас есть ряд прекрасных мероприятий, которые мы очень удачно реализуем совместно. Это и Тихвинская ярмарка, которая реализуется у нас на территории музея Радищева. И, конечно же, центральный праздник – это праздник православной культуры «Спас», который проходит здесь, у стен Спасского кафедрального собора. Я очень рад, что последние два года мы выбрали в качестве площадки улицу Московская, с которой, на мой взгляд, наиболее эффектно просматривается вновь воссозданная святыня. Мы все с вами знаем, что в прошлом году Спасский кафедральный собор, проект реставрации Спасского кафедрального собора вошел и стал обладателем приз зрительских симпатий на большой международной премии «Золотой трезине», которую в Санкт-Петербурге нам вручили в стенах Эрмитажа. Это для нас очень важное событие. В завершении речи министр вручил благодарственные письма за активную работу по сохранению исторической памяти и духовно-нравственных ценностей благочинному Тамалинского округа Сердобской епархии протоиерею Сергию Спицыну и благочинному Кузнецкого городского округа Кузнецкой епархии протоиерею Ростиславу Ребровскому. Продолжилось мероприятие выступлением приглашенных спикеров. Свой доклад «Вся культура из храма. Что это значит сегодня?» представил Константин Мацан. Он рассказал о современных отношениях церкви и светской культуры, искусства и кинематографа. Сообщением «Роспись храма» как текст священного предания церкви выступил руководитель творческой мастерской «Царьград», член-корреспондент Российской академии художеств Дмитрий Трофимов. В своем докладе он рассказал об участии Центра содействия церковному искусству в проекте «Золотое кольцо Сурского края» и создании в рамках этого проекта регламентных альбомов для восстановления нескольких пензенских руинированных храмов. Мне очень радостно такая, как сейчас говорят, коллаборация, когда усилия многих организаций, людей приводят, должно привести к неким таким очень важным последствиям. И этот пример небольшой, такой, небольшого локального проекта может быть масштабирован и на всю страну. Пленарное заседание стало заключительной рабочей площадкой в рамках 11-х региональных рождественских образовательных чтений. В этом году в рамках форума на различных площадках прозвучало около 70 докладов. А всего в чтениях приняли участие около 1000 человек, более половины из которых – учащиеся учебных заведений.